Всем привет-привет, дорогие друзья! Привет-привет! Привет, в эфире снова Яша и мой отец Станислав Николаевич. И сегодня у нас такой видео-вложик, да, хотим сделать по поездке в Египет. Из жаркой Африки. Всем привет! Хургада, да. Что мы тут поснимаем? Не знаю, немножко об отеле, да, в котором отдыхаем, поснимаем. Ну, что-то поснимаем все, ну, обзорчики сделаем какие-нибудь. Какие-то, да. Будут у нас обзоры, но это отдельно, да, уже? Да, отдельно, обзор отдельно будем делать. Да, мы уже, хочу забежать вперед. Кое-что попробовали. Попробовали вина, да, купили местные, нашли, хотя страна Египет не пьющая, да, сухой закон. Но, тем не менее, мы нашли это. Да, мы молодцы. Да, на улице жаришка, друзья, это лето. Тут просто 40 каждый день. Сейчас утро, вот 7 утра, сколько там у нас? 8 уже? 8. Угу. Утра 29. 29. Это самое прохладное. Прохладное сегодня утро. Да. Так что сейчас заряжаемся энергией, наливайте кофеек, чаек, все, что там угодно, да? Пивок. Пивок. И наслаждайтесь выпуском, надеюсь, будет круто. Да. Погнали. Так вот, друзья, подходим к Агарбах, главный ресторан, посмотрим, что там на завтраке сегодня дают. Гоу. Классический завтрак. В принципе, выбор есть. Сосиски. Сосиски браун, они невкусные. А это сдача. Тыква, фасоль. Картошка. Hello. Давай фруктики. Финики обалденные. Ну и все детские шарики и йогурты. Вот такие булочки. Вот такой вот основной бассейн у Аладдина. Давайте пройдемся. Там детская зона. Пиво, мороженое. Мороженое с 2 до 4. Второй бассейн. Мест хватает, в принципе. Анимация идет. Ресторан Алекарт, итальянский и монгольский на втором этаже. Спа и тренажерный зал. Тренажерный зал хороший. Сам хожу каждый день.
Давайте пройдемте на море, посмотрим, что на море у нас. Вот это дорога на пляж, и верблюды катаются. Дальше получается пляж Лебабы, а вот пляж Аладдина. Все, привет. Здесь можно ноги помыть. И ресторанчик. Towel Center. Полотенце. И ресторанчик. Также можно пообедать. Делают шаурму. Шаурму и бургеры. Салатики всевозможные, даже супчики есть. В принципе, норм. Также есть алкоголь. Это коктейльчики местные. С местным алкоголем и пиво. Сувенирные лавочки. По классике. Также вот такая дорога, ведущая от главного корпуса до пляжа. До пляжа и ресторана. Давайте пройдем. Тут уже пляж, получается, либо бы начинается. Можно сразу же зайти и посмотреть, что дают. Булочки. Уже, конечно, конец обеда. Ну, это шаурма. Здесь бургеры. Пиццы были. И здесь бар. Давайте подойдем, посмотрим. Вот и пляж. И классные шезлонги. Шезлонги, вернее, такие домики с ветрозащитой. Сейчас вода ушла. Поэтому пляж выглядит как-то вот так вот не очень. Отлив большой. Так, до сюда, по идее, вода вот такая мешка. Ну вот, на этом пляже без кораллов, конечно же, друзья, никак. Этот пляж больше рассчитан для того, чтобы посноркелить, смотреть рыбок. Вот там вот это делается. Рыбок достаточно много, ну, нормально. Купаться надо идти на пляж Жасмин, друзья. Это вот слева, если стоять к морю. Слева от ресторана а-ля карт рыбного. Есть вот такие забавные качельки на соседнем пляже. Пляжами, напоминаю, можно пользоваться всеми без проблем. Как-то вот так сейчас выглядит все это. Это второй пляж. У Аладдина. Ресторан а-ля карт. Рыбный. И вот здесь самый шикарный пляж, на мой взгляд. Правда, он совершенно без рыбок. Но вот с таким замечательным, друзья, песком. Песок действительно очень хороший. Самое классное место. Сейчас, конечно, вот опять же повторюсь, отлив прошел. Туалет вот есть. Ну, здесь с детьми будет просто идеально. Очень понравился пляж. Это уже пляж Жасмин.
Но напоминаю, можно пользоваться совершенно бесплатно. Территория общая. Хороший пляж. Так, сегодня записались а-ля карт монгольский ресторан. Сейчас посмотрим, что нам там дадут. Вот, в общем, на второй этаж. Лесенка такая. Вот так выглядит бассейн. Вот такой вот столик. Одновременно здесь монгольский ресторан и японский. Итак, ребята, вот там я немножко уже, конечно, поел. Вот так выглядят пельмени. Вот это пончики из курицы. Суп из говядины. Гонконг. Вот, заказывай теперь. Решайте сами. На вкус, ну, очень-очень средний. По крайней мере, суп. И вот вторые блюда, которые нам принесли. Аладдин. Это Аладдин. Это красиво так выглядит. Что-то с рыбой. Курочка карри. Это рыбка? А, все, он сказал, что это рыба. А, курочка это? В общем, вот так вот все это выглядит, друзья. Рис. Которые я уже почти доела. Ну, в общем, в принципе, неплохо на самом деле. Итак, друзья, пойдем сейчас занырнем, посмотрим, что у нас тут с рыбками, да? Да. Взяли яичко, да, Александр Николаевич? Это что, яичко? Да, время 9 утра. Дети еще уже. Дети еще завтракают, Татьяна тоже. Мы вооружились масками. Ружье взял под водой? Нет. Эх, я не убийца. А хоть вилку было взять? В общем, сейчас попробуем что-нибудь отснять. Камера у нас с аквабоксом. Так что, всем приятного досмотра. Такая вот получилась кормежка, рыба, все, видите, сколько это плыло. Они просто яйца любят. Да нет, в принципе, здесь... Они и хлеб любят, все. В принципе, нормально, можно поплавать как бы мелко, и рыбок всех видно. Да. То есть, ну, не надо глубоко нырять, чтобы увидеть все в доступности, большие, и маленькие, всякие, не очень такие красивые, есть вот такие лапки там плавают. Говорят, даже мурена вроде здесь кто-то видел ее, да, в тот раз ходили. Есть на берегу, крабы, говорят, есть, ну, мы видели пару штук. Крабы есть, да? Да, дофига. Акула молот плавает, там говорят. Как говорят. Но мы ее не видели, не хотим встречаться. Да. Как бы такая штука-то. Молотообразная. В общем, кайф, друзья. Нормально. Рыбки есть, прикольно. Также есть пляж песочный, где рыбок нет, но песок. Да, там вообще прикольно. Поэтому, блин. Куда купаться будем? На любой вкус и цвет, как говорится. Ну что, Станислав Николаевич? Ужин. Как ужин? В итальянском ресторане? Ничего еще не пробовал, так что ничего сказать не могу. А что здесь было? У меня суп грибной, паста, спагетти с мясом. И ждем какой-то основной блюдо из креветок.
У меня вот такая. А еще пицца есть у меня. Которая вкусная. Да, хорошая пицца, причем в ассорти делают любой вкус. От сырной до мясной, от морепродуктов. Тебе, Данил, как? Вкусно? Вроде все кушают. После тяжелого рабочего дня. Все вкусно. Татьяна, у вас еще вино в бокале. Айс. Круто. Айс, айс, бэби. Айс, айс. Сарафан одела свободный, чтобы не стеснять себя и не втягивать ничего. Анюта, ты что скажешь? Ты что кушаешь? Это я обгорелый нож. Ой, нож. Я же говорить уже не могу. Египетский акцент уже приобрел тут немного. О, друзья, мое лицо. Видели, да? Шикарное. Не, ну прикольно, да? Не видели еще плечи у него. А вон, может, что-то. Да, сегодня мы ничего даже не снимали, да? Сегодня первое видео. А подводное видео. Под водой поплавали сегодня. Нормально было, да? Да. Вы уже видели, да? Увидите нас. И все наше семейство. Так выглядит холл Али Бабы. Пытаемся попасть в ресторан типа Аля Кар. Ну что, Данил? Апельсиновый сок. Нормально? Вообще класс. Апельсиновый прям? Ага. Или юпи? Какой? Юпи как бы, ну сок разбавленный. Да не, вообще хороший сок. И прохладный, и нормальный. Хорош? Ну все, окей. Так, друзья. Мы в Али-Бабе. Ну что, полюбил. Я взял крем-суп из морепродуктов. И также овощной суп. Есть. Готовить пиццу. Пицца вкусная. Есть бар. Паста. Алибаба. Роуз Алибаба. Do you mind this meal? Come here, my friend. Come here. Вот так вот роллы делают в Алибабе. Оу, смайли. Вот такие роллы, друзья. Do you like soy sauce? Sauce, окей. Thank you. You are welcome. Good? Sorry, salt, actually. Nice. Good. Yeah, good. Друзья, ну что, сладости. Груши, инжир, виноград. Ну, давайте по закусным продам. Гарниры. Вот
примерно такие закусочки. И картошка. Друзья, ну как вам? Анюта? А, все. Не понравился вам ресторан? А та не понравилась. Что не понравилось? Роллы не понравились? Зиг шипит. Зиг шипит? Соевый соус, походу. Густав Николаевич. Что ой, это значит? Ой, на рыба рыбы. Вкусная? Рыбу не ел. Я ел говядину, говядина обалденная, вообще обалденная. Но он мне такое сделал чили, что я есть не мог вообще. Я решил, не мог есть вообще. Очень остро? Такое чили. Я два стакана пива выпил. Ты же любишь остренькое? Да. Так что все. Диан, как тебе? Непонятно, да? Татьяна, тебе по-любому понравится, если рыба была. Я сижу и молча ем рыбу. А, рыба я прикольная. Рыба, я рыба. Рыба вкусная, да. Вот такой кусок, да. Один токен стоит $1, друзья. О, Анют, молодец. Ты, конечно, автоматик слабенький, да, Анюта? Плохо играет. Да. $2 отдали, блин, а играть не получается нормально. Ну да, красиво здесь, конечно. Каток тоже вроде бы стоит, аж 3 евро. И больно, пожалуйста. Какая игровая комната? Полетели? Полетим. С девушкой, короче. Что? Аня, со мной? Аня, да. Да, с мной Аня на пробу. Да, Аня на пробу. Все, сидите, держитесь. Да. Все, держись за провода. Ну, сейчас больше всего принято. Наоборот вниз стоя. Пока! Пока-пока! До завтра! المومنت طيب مو انا بعلمك الصح انا بعلمك الصح انا بقول لك تاكل Потом только ножки вверх поднимайте, хорошо? Держись, Анюта, да? Молодец, держись. Сидаун.
Даниил готовит с Анютой. В общем, ребята, вот так вот это все выглядит в японском ресторане. Ну, блин, подача классная. Пробуем. В общем, друзья, вчера оставили в бассейне полотенце. Вот будем сейчас смотреть, как это решается. Решается ли это вообще. Ходили, гуляли просто. А, забыли полотенца на пляже, ну, которые ребята собирают, хранят в этих тауэл-центрах. Полотенца сказали, что все порешали, короче, идите на ресепшн. Вот идем, сейчас посмотрим, что на ресепшене скажет. Да? Да. Ну что, друзья, квест за полотенцем продолжается. Подошли на ресепшн, долго-долго что-то там решал на своем, так тяжело было с ним дело вести. Ну, в общем, вроде нормально. Сказал 10-15 минут ждать, и нам принесут ресепшн. Все так под росписью, да, как бы нормально? Ну да. Потеряш, ну вообще шапку пытаются все нам предложить какую-то детскую. Мы пока не ведемся. Сами они говорят, забирайте ее, типа, она ваша. Вот так, так. А тебе пока 15 минут. Приятное ожидание, да? Да, очень приятное ожидание. Легонькое, приятненькое. Ну, литров по 10 дней, наверное. Ну, это многовато, конечно, бывает. Бывает, кришны, да? Что хочу сказать сразу же наперед. Все получилось, друзья. Победа. Оказывается, не только полотенце, еще и шляпу забыли. Оказывается, Таня еще и шляпу забыла. Так что. А я пытался отмазаться. А, они там все, говорю, предлагали шляпу. Так, не, а потом увидел, что, блин, так это. Я вчера в ней фоткался. Сам не знал, да. В общем, все нормально, да, люди здесь работают. Все в курсе. Вот мы решили поиграть в бочи, да, Станислав Николаевич? Че, азартик появился? Yes! Первую партию мы выиграли. Да, можно хоть как. Мастер спорта, Султан. О, отлично. Ну что, Станислав Николаевич, позанимаемся немножко? Мы же не только пьем. Мы еще и занимаемся. Он еще каждый день ходит сюда задеваться, представляете? В общем, вот такой спортзальчик. Да, спортзал здесь, в принципе, неплохой. Я только по спирту, а он по спорту. Я развинусь, да? Да. В общем, все есть какие-то гантельки. Стремянечка и трофоро. В принципе, все есть. Да, позаниматься можно, да? Также беговые дорожки и... И все. Ты давай занимайся, мы пошли купаться. Давай. Пока.
5. Станислав Николаевич, ну как? Готов к парашютам? Всегда готов. Что мы сейчас будем делать? Жрать. Нет, мы до парашюта будем готовиться к парашютализму. Вначале поедим. А есть тут заставляет через каждые 3 часа, причем везде. У тебя уже живот, я смотрю, такой. Блин, уже не лезет никуда. Все, я на диету сел. Смотрите, в общем, друзья, какая красота. То есть покушать. Вот такие номера. У нас самый лучший номер. У нас самый лучший, заселили номерик, номерок. Вот такие у нас красивые, на две, получается, семьи с одной стороны. Бенгальчики. И вот такие пальмы. Блин, еще внутренний дворик есть, вообще уникальный. Сейчас покажу. И вот такой вот внутренний дворик. Вот здесь живет Татьяна с дочкой и с племянницей. А мы с Станиславом Николаевичем и сыном живем, ну, в соседнем, скажем, домике, да, наверное? Ну да. Ай, красота какая здесь, конечно, газон просто великолепный, друзья. Мягкий-мягкий. Мягкий-мягкий? Все мягкий. Все повалилось. Для пота. Хорошо, утром сокол летал какой-то, да? Или кто там, ястреб? Да, сокол. Сам Николаевич, чего? Ястреб. Испугал. Ястреб. Так, хорошо все, подстригают. Ну, классно вообще, не знаю. Смотрите, как душевненько. Впервые живем в бунгало, да, в таких? Да. Наверное, бунгало все-таки они называют. Все, в отелях были, во многих, ну, многоэтажных. В этот раз оценили, конечно, то, что выход сразу же у тебя получается на улицу. И вот. А так как мы еще и сигары покуриваем, для нас это вообще уникально. Идеально, я бы сказал. Вот наш номер. 21-62. Так что будете, если такой номер попадет, все классно. Давай заснимем туда, что ли, внутри. Мужской номер. Так, давайте сразу же покажем, как оно есть. Водичка пополняется каждый день. О, номер уже убрали, убирает каждый день. Каждый день. Стандартный, классический, никаких изысков. Вот это я, Че Гевара. Водички постоянно очень много везде. Манго, кстати, урожай манго. Здесь у нас камеры всякие, все, зарядки. Лайфхак, берите с собой удлинитель. Розеток очень мало, всего 2 розетки. Мы взяли удлинитель. Это очень помогает для того, у кого много разных устройств заряжать. Телевизор, который, по-моему, еще ни разу не включали. Русский канал есть. Русский канал включали, да, все-таки? Русский канал есть, да. Сейф, друзья. Ну и, конечно же, с алкоголем у нас тут все нормально. Сигары тоже взяли в свой бокс определенный. Санузел, там сын сейчас моется, показать не могу. Сейчас позже покажем. А так классно. Шторы очень плотные. Утром даже не понимаешь, что день уже. Так, ну что, вот и давайте покажу душевую. Все стандартно. Раковина. Полотенце меняется каждый день, хватает. Хорошо, что душ. Ну, все классическое. Ребят, такое. Не берите никогда с собой вот эту херню. Подожди. Вентилятор. Пену для бритья. Она у меня уже второй раз поплыла. В самолете. Это, кстати, уже второй или третий раз у меня в самолетах она. Все. Теперь все пеню. Все это что значит? Взрывается? Взрывается, да. Да, вот так это происходит. Вулканизация. А так, водички хватает, чтобы почистить зубы, пополаскивать рот. Вот такие здесь эти. Ну, мыло. Там шампунь. В общем, нормально, классически, стандартно все, да? Станислав Николаевич, нравится тебе? Мне очень нравится, честно. Да. Без там ничего не напрягает, пол теплый. То есть, ну, кондиционер работает на всех режимах, причем может даже нагреть. Немножко шумно только, да? Да, шумно маленько. Ну ничего, да, это привычно. Засыпать все равно засыпаешь сразу. Потому что на целый день накупаешься, как бы. Может быть, целый день только выпьешь и поэтому спать ложишься. А пить-то, ребята, знаете, так вот, нам более-менее понравился джин-тоник и пиво. Больше тут ничего нельзя пить. Остальное все, гадость полная, вообще полная. Виски кола не пейте, вообще дрянь полная. Текилу и фу, гадость. А еда? Еда, во, супер. Пока вот 4 дня мы тут, да? Уже сколько, 4? Не знаю, я путаюсь. Я тоже все было вкусно, вот пока.
нормально. Завтраки стандартные, яичники, там всякие булочки, все такое. Данил, как тебе? Еда. Очень тепло, очень хорошо. Еда. Еда? Ну, еда, по-моему, классная. У нас все включено. Что с напитками? Напитки, ну, такие нормальные. Не сильно большой вариант. Не сильно много напитков. А с какие? Например, можно колу взять, фанту там. Не знаю, алкогольные напитки тоже много. Тебе? Есть. Нет, я просто говорю. А я говорю тебе, какие именно напитки? Какие ты пьешь? Ну, я пью колу. А спрайт как тебе? Спрайт не очень. Не очень, да? Да, и фанта. Он там краситель. Рот красится от нее. Угу. Основном это кола, да? Да, в основном кола. А еще какие? Еще на завтрак можно попить кофейку. Там, ну, автомат есть. И Швепс, по-моему, еще из бутылок, нет? Угу, Швепс еще. Еще Швепс есть. Ну так, окей, как бы, в общем? Ну так и нормально, в принципе. Ну, если все. Хорошо, неплохо. Все. Это среднее. Понятно. Ну, детское мнение. И вот такое мнение мое. Ну вот, друзья, и главный вход в отель. Aladdin Beach Resort, 4 звезды. Я бы им 5 звезд дал, честно. Уже, да? Прожили мы тут неделю, да, получается? Уже. Да. Хронография будет у нас разная на канале, ролик сделан, да? Что-то оттуда, ну попытаемся вам рассказать. Что-то с мотивом попытаемся. Да. Вот это вот здесь стоят отъезжающие. Подъезжающие с этой стороны. С правой, да? Да. Да, вот сегодня много народ отъедет. Отъедет? Отъедет. Уедет, наверное, чтобы. Отъедет, наверное, что-то. А, давайте посмотрим сейчас ресепшн. Там так прохладно, друзья. Лобби, это вообще здесь что-то с чем-то. Хуже, он просто спасает. Прям вот все, с тебя все сразу бежит. Вот уже здесь так прохладно. Да, так выглядит ресепшн, получается. Какой-то есть паб. Не знаю, ни разу, по-моему, не был открыт, да? Мы там не ходили за шиной. Ну и давайте покажем, наверное, лобби. Очень классно лобби, мне понравилось то, что здесь все зонно. То есть семья, отдельное место для каждой семьи. Сидишь, никому никто не мешает. Да? Тут тоже самое лучшее. Пойдем покажем бар, наверное. Здесь также, да, как-то определенными зонами. Всякие магазинчики маленькие, вот ребята есть. Да. Ну, можно заказать. Сейчас это экскурсия, да? Прямо отсюда не напрягаясь. Купить жене. Жене китайской, китайские часов жениху подарить. И вот здесь самое классное место вообще, я считаю. Да? Здесь такой вечерний променад сюда. Приятный бармен работает. Сейчас мы возьмем по джин-тонику. По джин-тонику? Да. А в такую прохладу как вообще? Да. Было бы хорошо, да? Hello. Вот такие приятные девушки из работы. Супер дел. Официант. Ютуб. Друзья, смотрите. Самый лучший напиток освежающий это джин-тоник. Джин-тоник, да, и когда много моба, много. Лайма свежего. Надя сделала. Надюш, скажи всем привет. Лучший бармен, да. Лучший бармен. Дай сюда подрядчик. Нормально? Да. Щипы красные. Видите, как это? Зацени. Давай заценим. Они, конечно, наливают сколько? Сейчас они попали, сейчас идеально. Вообще идеально. Как вечеру, видишь, покрепче наливает уже. Вечеру, чтобы... да, покрепче, а вот сейчас идем вот такого, да? Видите, как это? Классное, да? Сейчас у нас очень классные, разделены на зоны, очень много зон. Это зона прохладная, мы ее называем. Да. Самая прохладная зона. Здесь как бы кондиционеров очень много. И очень, ну, хорошо здесь. Прохладно. Вот смотрите, зашел с улицы, сейчас потел. Кондиционер пошел. И приятно сидеть, да, свежий ремонт получается, обновленный. Также на телевизоре даже есть бокс. Сейчас мы посидим, краски выйдем в бокс. Да? В боксе сейчас краска по коктейльчику выпьем. Мы сегодня специально сходили, даже написали благодарность повару, который готовил японскую кухню. Да. А потом нашему бросику, который нас в доме не убивает. Вот что-то еще кого-то хотели. Не сделали. За то, что полотенце нашли. Да. Да. За бассейн. Пляжу мальчиков, как сказать. Прям вообще без проблем все вопросы решились. Вообще приятно, да? Супер. Все решает, все классно.
Спасибо. Все. Ну что, друзья, нам принесли на барбекю сегодня мясо. Дымится еще. Все дымится. Ну, как в обычном ресторане. Да? Ну, красиво хотя бы подача. Будешь есть, Диана? Будешь, Данил, кушать? Да. Давай. Нам дали курочку сегодня, а-ля 90-е. Я в таком восторге. На ее, смотри, все съели, да? Два пиццы. Два вкусных гет. В общем, во втором ресторане, который бар у пляжа, вернее, ресторан у пляжа. Ресторан у бассейна, да? Бассейн. Бассейн, наверное, больше, да. В нем можно и позавтракать, и пообедать, и поужинать. Латте. 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 Попка. Латте. Латте. Латте, ребята, это наш звук. Дружище. Всем привет. Я его все съела. Все съела? Тоже почти все съела, да. Так проходит аквапати. Я так понимаю, что раз в две недели он, видимо, проходит. Нам он повезло. Раз в неделю, видимо, в Алибабе, а раз в неделю в Аладдине. Парти-вечеринка, друзья. Парти-вечеринка. Роллы. Вот такие. Мы продолжаем наше исследование отеля Аладдин, наши приключения, да? Да. Ну что, я хочу поднять тему национальности, да, сколько здесь кого отдыхают. Флагов очень много, да? Да. То есть вообще со всего мира, да, получается, народ очень... То есть обычно бывает, сколько я ездил, по 3, да, 4, да, тут нации, да? Здесь совершенно по-другому. Здесь вообще очень, да. Очень много, да. То есть, и кажется, арабский стран много. И... Вот, наверное, больше 30 национальностей, наверное, да, было, да. Ну, в реальности. Очень много. Очень много поляков, англичане, американцы, да. Европа вся. Русские. Европа вообще вся. Да. Франция, кстати, да, вот среди всех французов. Нидерланды. Нидерланды. То есть такие вот. Да, то есть много разных. У русских, скажем, поняли, процентов 20, да, наверное. Ну да. 25. Это 20. На данный момент. Да, да. Первые два дня там вообще не знаю, там одни надо будет. Да. Парочка человек, чего уж было. Ну, то есть нормально, с людьми можно будет пообщаться. Найдете себе кого-нибудь из знакомых. Да? Очень нравится персонал, который... Персонал вообще классный. Вообще, да. Классный. Все такие вежливые, такие культурные. Вот ни разу не было такого, что что-то поругали, что-то вот случилось. Они всегда помогут, вот, не знаю. Да. Сегодняшний, да? Квест вот с полотенцами, да, друзья, уже, да, говорит об этом. Нормально. Вообще позитивные, да, ребята. Мы одному, конечно, по секретику ничего не будем рассказывать. Скай, короче, налили ему. Ну, все. Говорю, никакие доллары не нужны, друзья. А ее же нельзя. Да. Все, он говорит, пиво люблю, я вам сказал. Люблю. Но имя мы его не скажем, да? Да. Свой братан. Человек очень хороший. Друзья, будьте добрее, делайте хорошее людям, и, конечно же, вам прилетит обратно то же самое. Так что донатьте, и будет вам счастье. Нормально подвел? Нормально. Друзья, давайте. Ссылочки в описании на донаты. Было бы приятно. Ну что, Стас Николаевич, вечерний заплыв в море. Самый лучший в 5 часов вечера заходить.
точно перед солнышко садится. Море идеальное, ласковое, теплое. А вот, наши девушки купаются уже. Молодцы. А так, народу, ну нормально. Да? Народу, ну, нет, в принципе, свободно. Не очень много, и... Что, занырнем? Да. Песочек здесь, конечно, классный. Что вы скажете об отеле, Диана? Как тебе море? Найс? Спинущим. Татьяна? Как ваше настроение? Мне очень нравится. Нравится? Теплое море? А ты заметил, что сегодня нет волн? Сейчас нет волн. Да, сейчас волн нету, друзья. Раз надо детей просто позвать, а то она весь не захлёбывает. Почувствуйте волну. Нету. Ребят, почувствуйте волну. Вот так почувствуйте. Станислав Николаевич, давайте подводное интервью. Подводное интервью. Подводное интервью. Египетская свадьба сегодня у нас в ресторане. Фото моя на фише. Салам, брат. Can I have a photo? Здорово, френд. Попкорн. Смотри. Вот так наши дети отдыхают. Так. Раз, два, три. А теперь помахали ногами. Дай фоточку. Честно, Слав Николаевич, как она? Водичка очень хорошая. Мягкая, чистенькая, свежая. Можно даже бухать. Чистый бассейн? Да. Да. Каждый день убивается. Пойдет, да? Каждый день классно убивает вообще. Просто замечательно. Супер, да? Всем привет, с вами Данил. И что могу сказать за себя? Территория отеля, всех трех отелей, очень большая. Здесь есть где прогуляться, и очень, на самом деле, прикольно. Здесь есть несколько бассейнов, очень больших, очень приятных и очень классных. Также есть несколько столовых, где можно покушать. Ну, мое мнение, я ставлю 4,5 из 5. Очень все хорошо.